Грабеж среди бела дня. Пожилая женщина шла на остановку, как вдруг почувствовала, что кто-то выдергивает у нее сумку с плеча. Этот молодой человек был задержан по подозрению в совершении грабежа. Около 10 часов утра во дворе дома 17/25 по проспекту Тракторостроителей прямо на глазах прохожих он вырвал сумку из рук 70-летней женщины. Женщина побежала за молодым человеком и стала кричать, звать на помощь. В это время на улице находились другие граждане, которые тоже стали догонять этого молодого человека. Проходившие мимо сотрудники вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования, сразу поспешили на помощь к этой женщине и задержали молодого человека. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее 22-летний чебоксарец уже привлекался за аналогичное преступление. Парень освободился из мест лишения свободы в декабре прошлого года, где пробыл почти 5 лет. Сейчас стражи порядка проверяют его причастность к совершению похожих преступлений. Следует отметить, что в этой ситуации потерпевшей повезло. Сотрудники полиции оказались неподалеку. Но как же быть, если вы подверглись нападению, а рядом никого нет, чтобы попросить о помощи? Ну, во-первых, конечно же, нужно оглядеться. Если человек увидит фонарь синего цвета, так скажем, маячок так называемый, на каком-нибудь из объектов, магазине ночном, ларьке, то в обязательном порядке нужно обратиться за помощью. Этот маячок говорит о том, что там установлена кнопка вызова полиции. Персонал этих объектов проинструктирован в обязательном порядке. Нажмет на кнопочку и вызовет полицию. Приехавший наряд окажет необходимую помощь. На сегодняшний день по всей республике установлены более 500 таких синих маячков.